А люди по силе и могуществу пытались сравняться с богами. Дитё-то толкается. Ты кого хочешь, братика или сестренку? Ну, беги. Воды выше горы тяжелее золота. Мама!
Мама, беги! Куда? Хорошо. Мама! Мам! Беги! Мама! Тварь! Мама! Она твоя. Вот этот меч, господин, и вправду хорош. Получше моего будет. Мастер был кузнец. Что, госпожа? Это он украл ее, он смеялся мне в лицо, понимаешь? Уйдем, девочка, опасно. Глупец. Идем. Он все равно не знает ее тайны. Напрасно Венитар прислал меня сюда. Моему господину никогда не договориться со своим отцом-людоедом. С рассветом убираемся отсюда.
кто? Кто это был? Кто это был? Не убивай, господин! Уходи! Спаси меня, пожалуйста! Спаси! Господина убили! Ah!
Жрица Светлой Луны, Мать Киндарат, помоги мне найти того другого. Не надо. Миром правит любовь. Вот и кончилась власть злодея. Но как тебе это удалось? Людоед был непобедим, ты, видно... Долго готовился. Долго. Я был бы счастлив, если бы сделал это. Откуда ты знал про подземный ход? Я построил этот замок. Замок людоеда? Да. Он меня щедро отблагодарил за это. Правда? Но я ждал, когда ты придешь к нему. Ты ждал? Слепец может иногда видеть то, что зрячему не под силу. Ты предсказываешь будущее. Изредка. А ты можешь сказать, что это? А, это ключ. Ключ? Я не вижу всего, но чувствую, что разгадка этой тайны ждет нас в Калераде. К чему этот ключ? Это ключ к небесным вратам. А я знала, что эта цера пригодится, раз людоед так берег ее. Нам надо в Калерад. Ты бывал когда-нибудь в Галераде, юноша? Мне туда не надо. Дорог, почтеннейшие. Куда путь держите? Тут един путь, в город Галерад. Не возьмете ли с собой девушку и старца? Нам попутчики не надобны. В здешних местах неспокойно. Я не нанимаю охранников в пути. Едем! Прикажи тем, кому платишь, вышвырнуть меня с дороги. Давай. Хм.
Ну что? Воин. Принеси Кнесинкин плащ. Стой! Хватит! На, прикройся! Нечего мое воинство смущать. Как тебя звать, новый охранник? Называй меня Волкодавом. Зашил бы я тебе крыло, и летал бы ты на воле. А сможешь? Прикажи своим воинам надеть брони. Знай свое место, чужеземец. Yeah.
Сюда. Ну-ну-ну. Это вы их привели. Убирайтесь! Уходите прочь! Не рви. Он мой. Я его в бою взял. Отдай. И вы убирайтесь прочь! Прочь! Что? Вернуть? Эй, чужеземец! Ладно, возвращайся! Подумай о своих спутниках. Один ты их не защитишь. Почему он охотится за тобой? Не знаю, господин. Желаешь ножны или прочную кольчугу? Хочу спросить. Знаком ли тебе этот меч? Видел его прежде? Что-то
признаю. Чей он? Заступи! Именем Кнеса! Кандалы, мерзавцы. Поутру казнить, чтобы все видели. Мир вам, добрые люди. Сестра! Нынче в Галераде светлый день. Жадоба пойман. Старый мастер признал его в этом человеке. Истинно так, государыня. 3 лета, как Жадоба зарезал мою семью. Всех до единого. Вот этим мечом зарезал. Покажи меч. Он твой? Я его в бою взял. Он лжет, государыня. Да у него рожа висельник, а эта тварь на плече. Добрый человек может такую тварь прикармливать? Этот человек не Жадоба. Сестра, ты пытаешься понравиться всем? Лучезар. Но так не бывает. Кто властвует, тот обречен на одиночество. Лучезар. Он убивает людей. Он держит в страхе весь город, а ты хочешь его отпустить? Покуда твой отец, мой дядя, в походе я правлю городом, мне и решать. В кандалы его! Разве слуги Мараны не носят особую мету? Да, голова волка. На правой руке. На руке только у Жадобы, у остальных на груди. Покажи руку. Вот мое последнее слово. Этот человек не Жадоба. Чужеземец. Прости старого мастера, не держи обиды на моего двоюродного брата. Прими этот дар из моих рук. И пусть все знают, в Галераде есть правда. Я купил иглу и прочную нить. Ты говорил, что можешь починить крыло. Разведи очаг пожарче. Ах ты, бедное сердечко. Сейчас мы тебя вылечим. Потерпи, маленький, потерпи. Я видел Кнесинку сегодня. Меня приняли за Жадобу. Она меня отпустила. А она красивая? Кто такой Жадоба? Жрец Мараны. Как людоед? Втайне они враждовали. Жадоба даже отказался от человеческого обличия и навсегда надел маску. А все для того, чтобы стать сильнее людоеда. Почему? Каждый из них хотел первым разбудить Марану смерть. Марана смерть? А кто это? Это была богиня, страшная и безжалостная. Все, к чему она не прикасалась, превращалось в камень. Она хотела сделать людей своими рабами, а над ними поставить наместников-жрецов. Но во времена последней войны нашелся храбрец, который призвал на помощь бога-повелителя грозы и наложил на нее заклятие. Жадоба. Где его найти? Ищи волка там, где его жертва. А где его жертва? Все чаще Жадоба и его люди появляются в окрестностях Галерада. Выходит, что его жертва здесь? Thank you.
Ну, я туда обычно спросили. Возьми, родимый, брось веточку в огонь, и твоим предкам будет теплее. Можешь попросить их о защите. Ваши боги уже не могут помочь вам. Могильный холод воцарился над некогда теплым Галерадом. Примите веру богов-близнецов, и они защитят город от Мараны. Гляньте на этого человека. Он везде носит книги, которые называют священными. Но слова лжепророков не помогают ему. Он раб! Рабом и останется, пока не признает истины богов-близнецов! Мои боги заботятся и о рабах. А? Заботятся. Они не могут позаботиться даже о своем учении! Все равно мои боги со мной. Тогда, может, возьмешь меч и докажешь свою правоту. Дерись, раб! Дерись! Эй, стой, стой! Ну дайте же ему меч! Оставь его. Ты кто? Я молюсь своим богам и не восстаю на чужих. Вот как? Может, потому что не по силам? Yeah!
Твой воин проиграл. Отпусти этого человека. Если заплатишь выкуп... Ты сломал меч моего воина. Отдай свой. Вот ключ от его цепей. Отдай свой меч. И забирай раба со всеми его грязными книгами. А у тебя плащ порвался. Поди прочь, никчемный наемник. Продай меч. Продай. Продай. У меня ничего нет, только книги. Возьми. Я хотел сказать спасибо. Идем, поешь и выспишься. Ты и так сделал много для меня. Как хочешь. Держи. Пригодится. Меня зовут Эврих. Дай мне нож. Мне нужно тепло. Дрова совсем сырые. Мальчик, это волшебный порошок. Оставь хоть немножко и для себя. Друзей. Лежи. Тебе нужно беречь силы. На, поешь. Вот еще. Возьми. Кто здесь человек, называющий себя волкодавом? Галераде неспокойно. Слуги Мараны вновь чинят урон городу. Насылают то мор, то непогоду.
Покуда жрецов было двое, и они соперничали между собой, была надежда, что ни один не возьмет верх. А теперь пришло известие о смерти людоеда. Вот почему я решил заключить перемирие с его сыном, стражем северных врат Кунцем Венитаром. Он защитит нас от жадобы, а за это моя дочь, Кнесинка Елень, станет его женой. Кнесинка отправляется к своему жениху Велимор. Сопровождать ее будут посол Кунца, почтенный Дунгорм и мой племянник Лучезар. Зашатался твой трон. Сразу же после Лучезар. Свадьбы Кунц Венитар станет новым владыкой Галерада. На прощание я хочу раздать долги. Подойди, воин. Возвращаю тебе утраченное, волкодав. И жалую плащ. Теперь этот меч в надежных руках. Спасибо вам за доброту, за то, что служили мне верой и правдой. Слуга Мараны. Не бойся, мальчик, не бойся. Я не причиню тебе зла. Будь слово мое тише воды. Выше горы тяжелее золота. И тем словам моим земля и небо ключ и вода. Будьте слова мои крепки, как ключи подземельные. Миром правит любовь. Все. Теперь он будет жить. Мне привиделось то, что было со мной много лет назад в самоцветных горах. Я умирал, но меня спасла женщина. Я жаловал тебе плащ, а надо было кольчугу. Позволь спросить, государыня, зачем ты ходила к людоеду? С чего ты взял? Я видел тебя там. Он взял у меня одну вещь, и я хотела вернуть ее обратно. И ты пошла одна, без охраны? Мне некому было довериться.
Почему Жадоба хочет убить тебя? Купи себе кольчугу. Государыня, постой. Я спас тебя в обозе, и теперь ты можешь доверять мне. Возьми меня хранителем. Государыня! Государыня! Выздоравливай. Я жду тебя. Друг мой, я должен тебе сказать важное. Эврих сумел прочесть письмена на Церия. Когда люди заковали Марану смерть в замковых горах, небесные врата закрылись, но я знаю, где их искать. Мы решили идти туда. Идем с нами, волкодав. На пороге небесных врат каждый из нас встретит свою судьбу. Гнесинка взяла меня хранителем. Послушай, волкодав. Я вижу руку Гнесинки в руке жениха. И еще я вижу кровь. Твою кровь. Тебе не надо идти с ней. Она принесет тебе горе. Ты говорил мне, ищи волка там, где его жертва. Но тогда я еще не знал, кто его жертва. Значит, так тому и быть. Тут начертан путь для каравана. С пути не сворачивай. Карту от чужих глаз охраняй. Я ее только для тебя, Дунгорма, и Лучезара начертал. Прости меня, девочка. Прости. Не тревожься, отец. Ты все правильно сделал. Но ты еще можешь выбрать другой путь. Ты можешь изменить судьбу. А пусть боги рассудят. Выпадет Гнесинка, пойдешь с ней. Я уже решил. Вы вместе. У меня своя дорога.
государыня. А здесь тепло. Я уходила из племени, не плакала, а я была моложе, чем ты теперь. Ты хотела вернуться? Я служанка. Меня подарили в знак согласия твоему деду. Я не могла вернуться. Видно, и у тебя, Толя, такая. Ты что, новым охранителем Кнесинки назначен? Проходимцев прикармливаешь, сестра. Здравствуй опять, великий охранитель. Государыня, села бы ты в повозку. Здесь место опасное. Оставь девочку в покое. Тут край галератских владений. Пусть простится. Дальше земля чужая. Волкодав, у тебя остались друзья в Галераде? Они ушли. Куда? Искать, где им лучше. Села бы ты в повозку, госпожа. Вот еще. Сядь. Сестра. Отцова карта. Вот. Thank you.
Зачем Жадоба за государя не охотится? Добрый человек слову всегда помеха. Вот было. Один кузнец выковал меч против Мараны Смерти. А Жадоба с людоедом все племя перебили, даже детей мало. Даже детей мало. Опустите оружие. Пропустите ее! Что бы ни случилось, не вмешивайся. Но... Я приказываю. Очень кстати. Наши боги велят просить благословения у пришлых людей. Мать племени детей и лесной ягоды Большая Карил, победившей схватки самого черного медведя, приветствует тебя на земле хрюков. Благослови нас, священный суд, и вели свершиться справедливости. Женщина и младенец. Она ведьма. Она должна умереть вместе с выродком. В чем она повинна? Она пустила мор на мой рот. Она напустила мор на наш рот. Скажи мне, мудрая правительница, как это случилось? Она явилась издалека и притворилась неком. Она даже пыталась лечить наших детей. А когда жена сына Большой Карил ушла в лес рожать, она пошла за ней, нарушив закон предков, и приняла роды. Боги осердились на нас. Ребенок стал негодным. Он жил и не вышел. Позволь мне посмотреть. Это мой лекарь, он не сделает ничего дурного. Фу, помогите, помогите, помогите. Ух ты, ух ты. Эта женщина совершила чудо. Младенцу суждено было умереть при рождении. Она спасла его! Он лжет! Потомство моего сына не может быть негодным! Освободи эту женщину, я заберу ее с собой. Хе-х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 е-
Попробуй. Спасибо тебе, серый пес. Откуда ты знаешь про мой род? Я многое знаю. Славное у тебя племя. Было племя. Никого не осталось. Ты остался. Я последний. Волкодав! Пожалуй, флягу тебе, волкодав. За храбрость. Устали? Потерпите еще немного. Мы уже на полпути к небесным вратам. Тилорн, как ты думаешь? Мы еще увидим когда-нибудь волкодава? Не знаю. Волкодав опять бросил вызов судьбе. А судьбе это не всегда по нраву. Что ждет его впереди, теперь могут сказать, пожалуй, одни лишь звезды.
научил тебя драться? Государыня. Кто научил тебя драться, волкодав? Были учителя. А меня научишь? Нет. Почему? Однажды меня спасла женщина. Она была очень мудрая. Она говорила, что миром правит любовь. Ты тоже так думаешь? Нет. Все решает сила. Поэтому ты учился драться. Научи меня. Зачем тебе, государыня? Прошу тебя, покажи, что делать, если на меня напали. Как тогда в обозе, мне нужно. Я могу сделать больно. Научи меня. Бей. Что? Бей. Удар. Кого-то боишься, государыня? Жадобы. Покажи еще раз. Нет. Бей! Бей! Еще. 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 Старая дорога короче. Едем, старый. Там кайратские топи. И что с того? Там водятся неуспокоившиеся души. Жрецы Мараны могут вызывать их ночью из трясины. Совсем плохая стала. Господин, побереги девочку, не искушай богов. Сестра, ты тоже призраков боишься, а? Или тебя твой охранитель не велит? Кайратские топи – вотчина жадобы. Кадав. Как государыне угодно. Волкодав, мы поедем старой дорогой. Но госпожа! Мы поедем старой дорогой. Чего припас тебе греет? Нравится? Нравится. Накройся, милый. Волкодав, зачем ты выбрал старую дорогу? Как надо. Ты веришь в призраков?
Мой прадед видел их. Как-то раз со своими спутниками он заночевал на болотах, а ночью послушался рог. Прадед говорил, в жизни не слыхал такого жуткого звука. Потом в тумане появились чьи-то тени. Они подползали все ближе. И вдруг люди стали исчезать. Храм Мараны? Вряд ли. Хорошее убежище. Где ты был, волкодав? Я для себя хранителя нанимала, не для Эртан. Прости, государыня. Ты прав. Кто ластвует, обречен на одиночество. Скучаешь по Галераду, сестра? Скажи, если перед тобой стоял выбор, Галерад или твоя жизнь, чтобы ты выбрала? Ты знаешь что. А если бы стоял выбор, Галерад или моя жизнь? Зачем ты спрашиваешь? Государыня, станешь ложиться, не раздевайся и надень кольчугу. Вот еще. Надень. Сделай милость. Yeah!
Жадоба! Жадоба! Что это? Так жрецы Мараны зовут неуспокоившиеся души. Помогите, защитите! Не о себе прошу, древние боги! Помогите, совершите чудо! Thank you.
Лучезар. Сестра. Лучезар. Хвала светлым богам, ты жива. Мы прогнали их. Мы отбили повозки и приданное. Жадо побежал. Вели выслать гонца к жениху. Пускай едет навстречу. Господину прямо в руки. Хранитель опять помешал. А может, ты передумал? Она отправила гонца в Велимор. Жених уже выехал навстречу. Любишь сестру? Она выросла у меня на руках. А Галерат любишь? Пощади ее. Ты же можешь снять заклятие иначе. Она умрет. Сегодня ночью ты приведешь меня к ней. Если она не умрет сейчас, я все равно доберусь до нее. Только Галерадом завладеет ее жених. Он, а не ты. Это сок дурман травы. Влей охранителю Кнесинги во флягу. Красивая песня. Ее поют рабы в далеких горах. Про что он? Про то, что каждый может переменить свою участь. Никто не может изменить свою участь. Ни раб, ни даже кнес. А песня говорит, что может. В рудниках, в самоцветных горах был раб, который вызвал на бой самого лютого надсмотрщика и победил его. И вышел на свободу. Никто никогда не выходил, а он вышел. И о нем сложили песню. Yeah.
Ступай, девочка зовет тебя. Эта песня была о тебе. Бывший раб, который восстал и отомстил убийце своего рода. Это ведь ты убил людоеда. Я. Много столетий тому назад один из моих предков победил Марану и заковал ее сердце на пороге небесных врат. Я единственная хранительница тайны. Поэтому слуги Мараны и охотятся со мной. Жадоба верит, если убить меня, заклятие будет снято. Людоед же считал, что для этого нужно лишь заполучить Церу. Это была самая ценная вещь во всем Клерате. Была? Да, пока Людоед не выкрал ее у меня. И тогда на город опустилась осень. Это дощечка у моих друзей. У твоих друзей? Они должны вернуть ее. Они должны вернуть ее в храм богов в Галераде. Только тогда в город вновь придет тепло. Они не знают об этом. Они ушли к небесным вратам, чтобы открыть их. Ничего у них не получится. Они прочли заклинание. Чтобы открыть врата, нужно освободить Марану. А чтобы освободить Марану, нужно пролить на Церу мою кровь. Я хочу сына. Нет него, нет жениха, которого никогда не видела. А тебя...
Ты кто? Я Кнесинки охранитель. Где моя невеста? Господин. Господин, это тот самый пес, который убил вашего отца. Кунс Винитарий по прозвищу Дает был мой отец. Ты убил его. Защищайся, если ты не трус. Служанка. Волкодав. Волкодав. Они увезли ее к замковым горам. Кто? Лучезар и Жадуба. Они хотят принести ее в жертву Маране. Где ты был? Волкодав. Она звала тебя. Звала. Нет! Не стрелять. Он приведет нас к ней. Help! Help!
там. Подсоби. Где Кнесинка? Сударыня! Беги, государыня! Беги!
Уходите! Девочка моя! Держите Гнесинку! Стой! Ох, что? Не жди! Yes!
Тепло. Мне нужно тепло. Пожалуйста, не умирай, Волкодав. Волкодав. Что ты отдал другим, мальчик. Вставай, Волкодав. Иначе кому продолжать род серых псов? Смотрите, небесные врата Сударыня, вот твой жених. Это твоя невеста. Thank you.
Волкодав. Ты разрушил предзнаменование, Волкодав. Судьба не властна над тобой. Ты сам сотворил свою судьбу. Thank you.